È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera. Buonasera. Добрый вечер, добро пожаловать. А guarda le nostre. Мы находимся на римини митинг. Митинг значит встреча. И встреча это суд, это встреча. И тысячи людей встречаются, принимают участие во встречах и во выставке. Но это является и митинг, встреча, потому что часто мы являемся свидетелем встречи, которые происходят через выступающих. Это необычная встреча, потому что вот эти две личности, которые сейчас выступают, очень разные. И сегодня вот эти две разные людей будут разговаривать между ними. Во-первых, будет Лучано Виоланте. И как я всегда говорю, не надо его представить, потому что он очень известный. И кроме того, что он важная личность итальянской политики, он очень часто выступал на митинге и принял участие в этом опыте митинга. И мы очень благодарны ему. Между нами, среди нас есть и Эльвира Паравичини. Она тоже часто выступает на римини митинге. Она из Брианцы, в Ломбарде. И как часто бывает
среди итальянцев, она делала очень успешную карьеру за границей. А какое является общее между, что является общим между вот этой двумя личностями? Эта встреча, идея этой встречи, она происходила от нас, читая, происходит у нас, читая книгу «Виоланте». Это необычная книга Виоланте, потому что обычно произведение Виоланте это посвящено мафии, магистратуре. А эта книга, наоборот, является очень личной. И я буду читать маленький отрывок. В нашей ситуации надо будет отделиться от важности смерти. Почему мы должны защищать жизнь? Потому что жизнь является в опасности. Жизнь — это основа существования. Это основа цивилизации. И в наших разговорах обычно мы разговариваем о как мы можем гарантировать достойный смерть и никогда не задаемся вопросом, а как гарантировать достойную жизнь. Общая тема между этой личностью — это прямо такое — жизнь. Жизнь прямо рядом с его границей, смерть. И именно об этой теме, что является достойной жизнью и что может быть жизнью, когда она не показывает такие черты, которые обычно мы ассоциируем с достойной жизнью. Поэтому мы начинаем с видео, которое показывает работу Лир. Started, I wanna... Программа Эльвира начала в 2020 году. Я встретила маму, и ее ребенок имел очень тяжелые генетические болезни. Я хотела бы ей помочь, но я поняла, что нельзя было помочь этому ребенку. Но эта мать искала надежды. И тогда я стала просто думать о программе вместе с ней, какие были у нее потребности. И первый опыт мне дал просто понять, какие самые главные потребности этих детей. И таким образом мы стали готовить программы после рождения, во время беременности и уже после рождения детей. Иногда мы говорим о беременности, и родители не готовы. Поэтому надо помочь семьям готовиться к этому процессу и потом к родам, чтобы как-то понять, кто такой ценность жизни. Один из главных аспектов это именно связь между мамой и нерожденной. Но когда реанимация, эта связь прервана. И мы тогда стараемся, чтобы эти дети были на руках у матери. Это очень главное, чтобы семья стала семьей. Наша программа базируется на четырех главных ценностях. Первый это комфорт детей. То есть, если ребенок счастлив, семья счастлива, поэтому вот дети, надо их питать, надо их просто, чтобы они были в комфорте, в тепле и так далее. Потом есть продолжительность ухода, мы встречаем семьи во время беременности, во время родов и потом после родов. Мы стараемся быть рядом с семьей и с ребенком. Мы идем как-то вместе с ребенком и с этой семьей. И это самая красота нашей программы. Мы всегда рядом с этими родителями.
я всегда вижу себя как поддержка, как сопровождение, которое дает информацию. И здесь образование очень важно. Это один из наших объективов, наших целей. Чтобы каждая семья могла бы быть сопровождаемой, чтобы они могли бы как-то жить и радоваться этой новой жизни. Вот почему мы сосредоточены на исследовании, чтобы посмотреть, какие есть программы, какие есть возможности, чтобы распространить то, что мы открыли в нашем опыте, чтобы и другие могли бы использовать те же самые методики. Потом есть работа в команде, чтобы как-то удовлетворить потребности этих детей. Нужна команда. Наша команда, наш тим берет все необходимое время, чтобы быть вместе с семьей и дать такую правильную поддержку этим детям. Мы видели это видео. Эльвира, можешь рассказать, как ты добралась до Нью-Йорка и как возник этот проект перинатальная помощь? Я врач и работала несколько лет в Монце, недалеко от Милана, а потом я попала в Нью-Йорк, где я стала американской врачом. Почему я занимаюсь перинатальной помощью? Я люблю детей, и когда дети рождаются, и мое самое главное желание – это помочь им и помочь им иметь счастливую жизнь. Когда я переехала в Нью-Йорк, Я заметила, что было много болезней, которые нельзя было вылечить. И у меня все равно было такое желание помочь этим детям. И поэтому я стала с ним и пытаюсь через свой опыт как врач, и пыталась что-то делать, чтобы им помочь. Я вообще не очень любила паллиативную помощь, потому что я как врач хотела вылечить, но все равно начала им помочь. И в работе с этими семьями я поняла, что спасти жизнь этих детей значило уважать их жизнь. Например, я лечила девочку, которая родилась намного до времени, а через несколько лет мама вернулась, потому что она была беременна, и у нее был ребенок без органов, и она вернулась, потому что хотела, чтобы я спасла его ребенка второго, потому что спасти человека в этом плане — это ухаживать за ним. Я начала как будто одна этот проект, потому что как-то поняла, что я могла хорошо их лечить, ухаживать за ним. И другие медработники смотрели на меня и начали работать со мной. В видео была женщина, медсестра, которая с рыжими волосами. И мы как-то мечтали работать вместе, а вдруг с помощью благотворительного фонда мы нашли способ, чтобы создать фонд. И они начали работать вместе, именно в перинатальную помощь. И она до сих пор работает со мной. Мы потом начали работать с гинекологами.
И для них наш проект перинатальной помощи – это что-то новое. Но они видели, как семьи чувствовали нашу поддержку. И, потому что когда есть человек, который сопровождает тебя, тебе легче, потому что то, что кажется невозможным, становится возможным. То есть рожать вот эти детей, которые с синдромом. Мы прямо предлагаем для этих детей то, что предлагается для всех. То есть мыть этих детей, пытать их. Это необычно. Даже в Европе не очень часто это бывает. Мы их пытаем. И, например, была у нас девочка, которая жила 2 дня. И после его смерти мама подошла ко мне и сказала спасибо, потому что она, по крайней мере, вошла в рай полным желудком. В нашей программе есть много боли, но есть много иронии и много улыбков. Спасибо. Лучано. Ты послушай этот рассказ вокруг заботы, жизни, даже если жизнь длится несколько часов, это абсолютная ценность жизни. Ты говорил в этой книге об этой теме. Почему ты выбрал эту тему? Картина. Вот картина. Эта картина – это путь к Голгофе. Это картина Брюгеля старшего во второй половине 16 году, веке, когда Нидерланд была очень богатая страна, там были банкиры, были торговцы, и никто не смотрел таким образом на свою прибыль. И Брюгель пишет вот этот путь к Голгофе, потому что трудно различить, где находится Иисус. Потому что есть целая толпа, целые рыцари, которые возвращаются из охоты. Они, есть люди, которые разговаривают, играют. Там есть Богоматерь с другими женами, но там целая толпа. Кто-то уже дошел до Голгофы, даже есть такое дерево для праздника. То есть происходит самое главное в истории человечества, и люди делают и занимаются своими делами. Такой молодой человек, больше 30 лет, уйдет к казни, и он будет просто такой знак для истории мира. Но никто это не замечает. А если вы смотрите, если вам удастся посмотреть, Иисус, он идет пешком, другие на какой-то коляске, на какой-то карете. Если, но вы можете или смотреть у себя на смартфоне, или как-то. Что хотел сказать художник? Он хотел сказать, что иногда происходят такие существенные вещи, и мы этого не замечаем. Никто из этих людей заметил, что происходило. Если потом посмотрим все следующие картины, Иисус всегда на первом плане, это Он. А здесь-то на первом плане это толпа, которая не происходит, не знает, что происходит. Я, скажем, еще месяц назад не знал ничего о том, что происходит. И я сейчас узнал. И тогда этой картиной, которую я всегда показываю в начале моих лекций, чтобы дать понять людям, давайте попробуем смотреть вокруг нас, постараемся понять, что происходит вокруг нас. Второй шаг. Что происходит?
происходит, как говорил Андреа, что мы, что нас окружает смерть. Смерть в Газе, в Израиле, смерть России, Украина. Есть 56 войн в мире сейчас. И есть в основном это 1 миллиард жертв. Мы об этом, разве мы об этом говорим? Или мы привыкаем к этой идее смерти? Новости говорят 40 жертв по одному источнику, 40 по другому источнику. И мы конечно, тронуты молодежью, которая умирает, то есть погибает в Украине. А если русские солдаты, которые Путин посылает, без никакой подготовки, то есть мы, конечно, с Украины, мы не можем не думать и не жалеть русских солдат. То есть есть некоторые вещи, которые мы не понимаем, которые сбежают от нас. Поэтому я захотел говорить о смерти, потому что есть еще те, которые умирают в Среднеземноморье, в море, есть суициды в тюрьме. Почему все это? Я думаю, что мы должны заново понять ценность жизни. Видите, я верующий, как уже сказал, но у меня нет никакой религии. Пока. Потом, может быть, я найду. Но, конечно, мы не ставим какое-то ограничение промысле Божьем. Но сейчас союз, о котором говорится, завет, который говорится в Писаниях, что это такое? Как говорит Евангелие от Луки, последняя вечеря, тайный вечер, Иисус говорит, Он есть между вами. Я ухожу, но будет Дух между вами. Тогда смысл жизни и борьба между злом и добром, которая еще не закончилась, и мы не знаем, когда это закончится. И если есть какой-то завет, какой-то союз, это именно союз против зла. То есть, простите, если говорю так, но надо немножко помочь Господу Богу в борьбе против зла, который, повторяю, еще не закончится. Поэтому, если мы можем ловить смысл и ценность жизни и понимаем, как бесконечно идет просто делят смерть. Очень говорят о мире, и это правильно, но как будто мир касается правителей. Обычные люди, рядовые люди интересуются жизнью. Надо просто говорить о жизни, которые как-то интегрируют, дополняют именно дискурс о мире. Потому что мы должны ставить в первом плане ценность жизни. Если жизнь – это именно связь, отношения против зла в этом нашем союзе, если Иисус, если Бог послал ради этого своего Сына на крест, и Иисус оставил некоторые вещи, чтобы мы сделали, чтобы мы создали, чтобы мы дополнили. Но это то, что мы должны творить, сделать. Это наша задача. И тогда есть, может быть, соглашение о достойной жизни, смерти, но это еще главнее, это работать ради достойной жизни. И здесь правители имеют главную задачу. Может быть, потом об этом поговорим, но я хочу только так. Если кто правит, должен как-то дать людям доверие и призывать людей к надежде, потому что если ты думаешь о будущем, если ты думаешь, что хочешь иметь детей, тогда нет такой надежды, и люди не могут осуществить свои желания, свои потребности, свои желания. И это то, что может снимать трагичную смерть. Конечно,
жизнь и смерть, такие неповторимые факты, которые касаются человека. И поэтому они имеют какое-то как-то светское священность, можно так сказать. Но человек уже 5000 лет до Христа хоронит своих покойников. И единственный живущий, это единственный живущий, который хоронит своих покойников. То есть ловит какую-то специфику отношения между теми, которые были, есть и будут. Вот наша специфика. В отличие от всех других существ, потом есть образы и подобие Божие, я не хочу спорить, но наши прародители все-таки делали, то есть они сохраняли тела покойных. Это что-то, которое никакие другие существа делали. То есть это как, типа как сказать, что жизнь этих людей заслужила уважение. Они не бросали просто в джунглю эти тела. Тогда ценность быть мужчинами и женщинами, это мы можем каким-то образом изолировать это подчеркивание, постоянное подчеркивание смерти, которая нас окружает. Спасибо. Итак, мы принимаем участие в этой битве, где мы призваны как помочь Господу защищать жизни, а много раз защищать жизнь и принимать ответственность за это кажется слишком тяжело, особенно когда говорится о тяжелых ситуациях, например, когда есть болезнь. А ты, Эльвира, иногда, ну, очень часто бываешь в этой ситуации и видишь вот это трудности. Во-первых, надо позволить себя быть ранены, Когда я вхожу в зал, чтобы чтобы познакомиться с семьями, я уже спустя 15 лет не хотела бы открыть этот дверь, потому что я хотела бы сказать, я могу спасти или вылечить твоего ребенка и как-то выполнять свой роль как врача и вылечить. А позволить себя быть ранены, значит быть с ними и быть перед этой тайной, о которых мы ничего не знаем, потому что это слишком важно, слишком велики. С научной стороны мы можем дать какие-то биологические объяснения, но мы не можем отвечать на вопрос «почему?». Это очень слишком глубокий вопрос. То, что я учила, это то, что надо быть там открытым сердцем. Сердце, как говорит Джусани, это то, что находится внутри нас и которое позволит нас желать, любить и перед лицом смерти, желать жить вечно. И все это потому, что, и я, и родители хотим, чтобы вот этот ребенок жил навсегда, жил вечно. И в встречах с родителем я очень часто понимаю, что это как будто это сердце скрытым, потому что родители испуганы. И я понимаю, что наша задача как врача и медработника — это поддержать их сердце.
И поэтому обычно, когда я начинаю разговор с семьями, я задаю некоторые вопросы, то есть девочка ли или мальчик, и таким образом показываю, что для меня вот этот ребенок важен. Это даже не формально, это для меня прямо важно, реально. И это поможет и родителям, потому что я поняла, что родители не могут позволить, чтобы был человек, который любил больше их ребенка. И мы любим наши детей. И то, что я пытаюсь сделать, это поддержать эту любовь. И привожу маленький пример. Я встретилась с семьей, которая... Мама была беременна, и там было две близнячки. Одно нормальное, другое без мозга. А одна была здоровая, и мальчик был без мозга, и о них никогда не разговаривали. И поэтому я начала задавать какие-то вопросы, например, почему мы не думаем о имя для мальчика, когда они родились. Девочка, которая была здоровая, оставили в кресле, а они тратили все их время на мальчика. И потому что они знали, что время было очень мало, и хотели ухаживать за это мальчика все время. И для меня, как врача, это победа. Во-вторых, надо смотреть и исследовать за реальность в этой ситуации, которая является очень драматическим. Если мы смотрим на реальность, мы найдем какие-то выходы. Еще другой пример. Был ребенок, и мне ожидали, что он жил не больше несколько дней. И когда вот этот ребенок родился, мы видели, что он выглядел хороший, и мы пытались его питать. А когда мы питали его, он стал синим. И мы поняли, что у него была еще другая кондиция. И там был большой вопрос. Либо мы оставим его, чтобы он умер от голода, либо мы положим его в реанимации. И это варианты были оба очень плохие. Потому что родители хотели держать его в руках до самого конца. А поэтому я пыталась найти какое-то решение. И мы, как врачи, не могли найти выход. А в то же время моя медсестра начала помыть ребенка и ухаживали за ребенка. И когда я снова встретилась с ребенком снова, я видела, что он умирал прямо в это время. И тогда я поняла, вот этот ребенок сам решил, он сам решил вот эту дилемму, которая была у нас. Судьба взял его и выяснил то, что должно было происходить. И поэтому надо большое смирение, потому что судьба становится
в настоящем присутствии и дает нам понять. И еще другой пример. Девочка родилась без половины сердца. И была возможность оперировать его, но родители не хотели, потому что не хотели, чтобы вот эта девушка страдала. И хотели держать его в руках до конца. Когда она родилась, она выглядела хорошо. И поэтому мы начали думать, что, может быть, она, ну, что была хороший прогноз, она могла бы жить месяцев. И она продолжала расти. Через несколько месяцев она была жива. Через 6 месяцев у нее все было хорошо. И другими словами, ну, она жила до 7 лет. Она каким-то образом развивалась, какие-то способы, чтобы выжить и выжить хорошо. Медицинская паллиативная помощь – это тоже следовать за реальностью. Судьба решает сам. Спасибо. То, что мы сейчас слышим, мы даже не думали, что это возможно, если не были бы здесь, если они бы не случились, если мы должны были себе придумать. Но и тогда я хотел бы вернуться к слову, которое вы использовали, которое очень связано с этим. Вы говорили о теме надежды. В книге есть отрывок. Первенство жизни – это тесно связано с принципом надежды, который, в свою очередь, как-то двигает надежду в улучшение будущего. То есть мое впечатление, что сегодня много страха, например, иметь детей, Италия – это предпоследний или последний в Европе, как рождаемость. И мы часто как-то передадим вот эти все аспекты, то есть как-то нету инфраструктуры, нет детских садов и так далее, и так далее. Но в конце концов, это вопрос о надежде, что мы не хотим рожать, потому что мы боимся будущего, боимся, что мы не сможем как-то поддерживать, стать, может быть, зависимыми от детей, потому что маленькие дети – это, конечно, что-то. Вы говорите о надежде. Я думаю, что в этой книге есть две части. Первая часть, где мы говорим о смерти и так далее. Потом есть вторая часть, это было написано, когда моя жена умирала. И у меня была надежда. Врачи мне говорили, что это необоснованная надежда. И поэтому я просто подумала, я размышляла о надежде, о доверии, которое я имела в то, что врачи говорили мне. И моя надежда была в том, а потом моя жена потом умерла через несколько месяцев, в декабре месяце. И потом я увидела тоже смерть моей матери. Но я не хочу просто как-то распространиться. Но было бы, конечно, довольно долгий разговор. Но последний год, дни, когда ей было уже плохо, я родился в лагере в Эфиопии. Потом мы были беженцы. Тогда не была война, поэтому моя мама не могла поехать в Милан. И она решила оставаться в Апули, где это была деревня ее мужа. То есть я
во время ее, скажем, бреда моей мамы, я понял, что ее насиловали много раз во время этого путешествия. И вот это ей говорили вот те, которые ее насиловали, или мы убьем твоего мальчика, или мы тебе сделаем. Я говорила в бреде, я постоянно тебя спасала. То есть она жертвовала свое тело, чтобы спасать мое тело, чтобы спасти меня. И тогда тоже там была надежда со стороны моей матери. И доверие, что она могла, все-таки смогла спасти ребенка, потому что вы можете понять, как в лагере были проблемы, трудности. Вы знаете, что такое лагерь. Даже это, может быть, не был немецкий лагерь, но все равно это лагерь. Мой отец был коммунист, журналист, он не был в фашистской партии, поэтому были проблемы. Тогда я просто размышляла о надежде и о доверии не только как личные элементы мои, но как общие элементы, то, что говорил ты, как Андрея говорил. И я думаю, что задача политики это просто как-то расти доверие и организовать надежду. Я думаю, что сегодня мы имеем меньше нарождаемости не потому, что недостаточной инфраструктуры или потому, что женщины работают. Если была бы надежда на будущее, я готов делать жертву. И тогда нужно какой-то политический центр, который организует эту надежду, который соединяет разные политики жизни. Потому что политика детства – это одно. Политика школы – это другое. Потом есть еще семейная политика и еще медицинская политика. Разные политики работы и так далее. Но все эти политики имеют что-то общее. То есть они все касаются жизни, не могут быть как-то в противоречии. И задача правителя – это именно делать какой-то огромный департамент биополитики, чтобы отдать больше достоинства жизни. Потому что я хочу говорить не столько о достоинстве смерти, а о достоинстве жизни, чтобы могли бы найти в политике кто-то, который может организовать надежды. А то тогда какой смысл? Потому что это задача политики. В политике нуждаются те, которые не имеют инструменты. Политика – это как раз распределение того, что есть. В этом смысле у меня была идея не только говорить субъективно, вот это мой особый момент, и как вы можете думать, это трудный момент. Я чувствую этот конфликт между моей надеждой и врачами, которые мне говорили, что моя надежда не обоснована, и более глобальный дискурс. То есть политика, которая могла бы организовать надежду. Я думаю, что у нас есть ясная картина в политическом дебате, который есть в Соединенных Штатах. С одной стороны, есть надежда, а с другой стороны, есть показывает, какие есть проблемы в стране. Но дискурс Камалы Харрис, который я послушал вчера, именно как говорит о будущем. Я думаю, что те, которые есть политические задачи, всегда должен смотреть на будущее, как строить будущее, как идти вперед. Потому что каждый из нас готов больше работал, больше старался, если была бы какая-то цель, которую надо достигнуть. В Италии были разные попытки путча. Есть один политик, Альдо Моро, который был в свое время убит, целый класс политиков.
потом и журналисты, которые были убиты мафией. Какие другие страны все-таки остались бы? А мы все-таки остались. У нас есть сила внутренняя, как и никакая другая страна, наверное, в силе нашей истории. Я думаю, что все-таки необходимо, что правители, любые правители думали об этом аспекте. Как соединить разные политики, которые могут отдать нам надежду. Потому что если у меня гражданина будет надежда, я больше буду работать, больше буду заниматься. Потому что я знаю, что есть цель, которую я хочу получить. А если я должен жить как-то каждый день без перспективы, без надежды, тогда это совершенно другое дело. И я думаю, что это задача, которую политика должна взять на себя. Например, Канада – это одна из самых развитых, в кавычках, стран в плане эвтаназии. Некоторые люди даже там считают, что бедность – это причина, чтобы попросить эвтаназию. И можно совершать эвтаназию даже на детей или на людей с ПМП. И потому что и даже в министрах сказали, что некоторые министры сказали, что вот эта политика эвтаназии позволяет не терять много денег, которые вышли бы на пенсии. А как это возможно? Потому что не хватает усилий поддержать жизнь. Было бы очень важно не просто критиковать женщину, которая хочет завершать аборт, показывая, например, сердце ребенка, бьющее сердце ребенка. Надо быть рядом с этим людям. Мы все нуждаемся в человеке, который будет рядом с нами. Надо человека, который может быть рядом с тобой. Если гражданин знает, что есть правительство, которое будет рядом с ним, потом мы все будем сильнее и сильнее. Митинг – это и большое место, где идеи рождаются. А вот это предложение, которое вы делали о политике, которая совмещает и идею жизни как совокупность факторов, и все, что вы рассказали, это очень хорошее предложение, и мы потом посмотрим, как правительство будут отвечать на этот вопрос. Последний вопрос. Название встречи – это для жизни, ответственность каждого и задача всех. Эльвира, какая у нас ответственность в этом плане? У тебя есть очень необычная задача, необычная работа. Что ты думаешь, что мы можем делать, и которое можно понять всех? Раньше мы говорили о надежде, и я хочу сказать, что наша ответственность, наша задача – это поддержать надежду. Это я говорю в личном плане, то есть поддержать родителей. Я говорю это на уровне отношений с коллегами и тоже в отношении с государством. Джусани говорит, я хочу говорить о
А случай, когда в котором становится очевидно, что надежда — это человеческая. То, что возникает нашей нет, то есть это что-то другое. Моя ответственность перед этим семьям это жить в этой надежде, потому что я не могу убивать в себе вот эту надежду, и это как будто двигатель, который находится внутри нас. Если бы я показывала фотографии в моменты рождения таких детей, вы бы видели, что они все улыбаются. Потому что этот момент рождения, это момент надежды, потому что это момент, когда надежда находит объект ее желания. Во-вторых, рождается благодарность. Я это научу каждый день, потому что для родителей, у которого ребенок умирает, каждая минута — это подарок. И они живут в благодарности. И на уровне более структурном я потом попала в ситуации, где я должна строить вот этот проект. Я, в принципе, не хотела стать пилотистом, а потом попала там. Я хочу, чтобы вот этот подход к жизни, даже к очень маленькой жизни, надо будет, чтобы было экспортировано. И поэтому я организую и образование для всех. И приходят люди со всего мира. И поэтому это прямо инструмент, чтобы поддержать эту надежду. А все возникает от того, что реальность пробудит во мне желание спасти этих детей. Я поняла, что спасать это уважать жизнь, и все от этого начинается. Лучано, я вам задам такой же вопрос. Какая у нас ответственность в этой теме? Если еще картина, последняя будет. Это картина Кифера, которую можно смотреть в Палаццо Строци во Флоренции, где есть большой ангел, который непонятно, что будет делать, проклять человека или спасать его. Мы не можем знать этого. Это зависит от наших поступков. Я люблю вторую заповедь, не говорить имя Божие недаром. Мы очень много говорим, что типа все, что мы плохо, все бедности в мире, это какие-то ответственность Божья. А когда, например, в Германия находилась в ситуации, в котором потом позволил нацизм возникать. Это что? Это ответственность Бога или ответственность наша, например, в политике в конце Первой мировой войны? Мы должны присутствовать в
очень активные отношения в этом работают вместе с Богом. А там в картине есть люди внизу, и это как будто символ людей из нашего времени. Это беженцы. Есть беженцы, которые убегают от Украины, от Газа. Беженцы — это характеристика нашего времени. И когда есть смерть и беженцы, это значит, что что-то не так работает. И это не только вина лидеров больших стран, но это и наша вина. Я очень рад быть на Римини митинге, потому что тут люди обычно думают. Партии обычно обсуждают, как устроить выборы. А тут это как будто все размышляют. И поэтому я хочу вам сказать, что нам нужно, чтобы наше отношение с Богом было что-то очень конкретное. То есть, как Эльвира, если она не может вылечить ребенка, она поможет родителям жить хорошо в этот момент. И если мы так поступим, тогда ангел нас поднимает до рая. И мы исполним нашу задачу. Задачу, которая нам дана в жизни. Спасибо огромное. Я в заключение нашей встречи. Я хотел бы, чтобы мы все вместе делали какой-то маленький жест о памяти. Последняя глава твоей книги это посвящена к Джулии, жена Виоланте Лучано. И поэтому я хотел бы, чтобы мы все выражали наши близости к Лучано, который потерял жену. И я хотел бы добавить вот эту молитву для Джулии. Друзья, а я все время тебя спасла. Это самая похожая фраза, которая может описать то, что делал Христос в отношении человека. Это то, что делал Бог. Самое важное в жизни — это то, что сила жить появляется, возникает только когда мы чувствуем себя любимым. Если мы чувствуем себя любимым, если есть человек, который утверждает, что ты важная, что ты самая интересная в мире, все становится лучше и появляется сила жить. Пример, который Эльвира показал, конкретных примеров, это здорово, потому что она показала, что можно жить так. У митинга есть такой цель. Не столько объяснять какие-то теории жизни, а столько показать, что вот эта работа вместе с Богом, это возможно. Поэтому я еще раз благодарю всех выступающих. И я сейчас напомню вам, что каждый из вас может дать свой маленький вклад в митинг. Митинг является таким, потому что это
поддерживается сам, и поэтому не должен показать позиции других. И я хочу напоминать, что мы решили после встречи с Пиццабаллой, католический епископ в Святой Земле, мы решили дать пожертвования и тоже к им для Святой Земли. Поэтому будьте щедрыми. Спасибо всем. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi?